Всем привет! 31 августа на турецком телевидении состоится премьера 11 серии турецкого сериала «Кто сам падает, тот не плачет». Ранее мы увидели, как Серкан догнал Ализе и сказал ей сесть в машину. Она ответила, что не сядет, и попросила Серкана ехать дальше. При этом назвал его братцем. Серкан очень удивилась этому. Подруга Ализе считает, что ей необходимо действовать по-другому. Она должна сделать все так, чтобы Серкан начал бояться, что сможет ее потерять. Но Серкан на самом деле уже давно этого боится и старается не допустить лишних ошибок в отношении Ализе. Сарп начинает угрожать Нуратину. Он уверен, что Нуратин от кого-то пытается что-то скрыть. Сарп обещает, что он всем и обо всем расскажет. Нуратин начинает гоняться за Сарпом и старается сделать все, чтобы он замолчал. Сарпа удивляет такое обстоятельство, и он говорит Нуратину, что он уже взрослый человек, и такое поведение ему совсем не подходит. Синем продолжает вести беседу с Тюркан в отношении Серкана. Но Тюркан говорит, что она не может спустя столько лет просто так предстать перед Серканом и Сарап. Ализе становится случайным свидетелем разговора Синем и Тюркан. Она была потрясена тем, что ей пришлось услышать. Когда Ализе встретилась с Серканом, то он сразу же заметил, что ее что-то беспокоит. Ализе со словами на глазах сказала Серкану, что должна ему рассказать что-то очень важное. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.